В Саратове зажгли главную елку города. 4 декабря на Театральной площади установили живую зимнюю красавицу. Символ Нового года состоит из 300 сосен, привезенных из саратовского лесного питомника. Елка установлена на специальном вращающемся подиуме. 5 декабря рабочие завершили ее монтаж и повесили игрушки и гирлянды. Уже ближе к вечеру был проведен пробный пуск иллюминации зимней красавицы.